Детектив Мяу умеет становиться невидимкой. Обычно она не следит за клиентами, но на этот раз кошачья интуиция подсказывала, что так нужно. Как и было задумано, прохожие не замечали самую обычную девочку. Около 16 часов цель вышла из дома и спустилась в метро. Можно было действовать. Для детектива Мяу пробраться в здание с камерами и охраной словно детская игра. Она решила не вскрывать замок и через служебный люк вылезла на крышу. Цепляясь за растения на фасаде, детектив Мяу добралась до балкона клиента и проникла в квартиру. Она кралась по чужому дому, и вдруг сердце забилось сильнее. Доверившись инстинкту, детектив Мяу открыла дверь и внезапно... Читай продолжение загадочной детективной истории в комиксе «Детектив Мяу. Дело о пропавшей канарейке».